В полдень состоялся первый в Сарове турнир по силе удара «Пудовый кулак». По пауэрлифтингу! Господи, штангу не унеси, а вот туда не снеси! 742 пробный был первый! Ты тонну вжал! Давай, Сигур! Давай! Стой, стой, не снеси штангу по команде! Итак, три в зачет, Сергей, прошу. 1021 килограмм. 991. Ты тонну вжарил. Лучший результат. 1021 килограмм. Круто, это лучший результат соревнований. В условиях нелегкой борьбы абсолютным победителем стал Сергей Ломакин. Сила его удара оказалась больше тонны, 1021 килограмм. Я не знал вообще, сколько я ударю. Ребята просили тонну, но, конечно, я на это не рассчитывал. Но как получилось?